Будьте начи... Я пустой! Ой, тяжело. Да, паразит на боте. Противник не знает, где взрывчатка. Нам станет полегче. Магнит запущен. Заряжаю! Прикройте! Враг на прицеле. Первый этаж. Давай, давай на дроне, вперед. Нихуя она поломала. Мне какой-то пидор спотит. Блять, и Зофия 1 хп. Я взрыв. Вас обнаружили. Слышь. Право. Я не заряжаю. Хуя ты гений. Блять, это просто пиздец. Сюнул. Только сейчас понял, что нужен еще один оперативник, и мы можем делать зигу. Ой, зигу, спастику. Там не хватит одного пера всего лишь, но в принципе с востон получится более-менее. По всей видимости. Не, маврикам не то. Они из оперативника. Построить востон. Ну, грандиозный план. Обычно какой-то сын бляди сидит на дроне и метит меня. Еще 5 секунд. Отдайте, кто это, и... Враг не знает, где заряд. Магнит есть. Магнит на месте. Маш, как зашла. Ты приколась с тобой зафиг. У меня второй этаж ломают. Не ваш.
Докладываю. Заряд обнаружен врагом. А вот здесь фильм потом. Финка. Да, он тут же покинул. Не, он все равно двое, по-моему. На улице слышу. На первом этаже слышу, будто бы. Где? На, был на первом? На улице. Заебись. Это я просто. А, это я тебя все это время слышу, бля. Вроде таких-то ебанов, само собой. Завтра уже обнула. Вот. Скорее всего, она будет еще ночью, блядь, в часов 40 ночи. Нет, она в 4-5 где-то. В 6 даже где-то. Нужно отыскать заряд. И висит один где-то в 4. Вот обнаружил взрывчатку. Да весь сколько похуй. Ну где-то часов 6. Лоба. Она. О, а чё их так мало? Десять секунд. Докладываю. Получается раш, что ли? Получается. У вас ещё 5 секунд. Ты ебанутый раш, или мне кажется? И капкан, блядь. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Магазин сменю! Блять, ты меня надоважил. Один противник жив. Блять! Иду. Не дайте врагу найти деактиватор. Блять. Мне дали пизды. Мне тоже. Тебе тоже дали пизды. А. Нам всем чуть не дали пизды. Задание выполнено. Знатно отпиздили. Если честно, мне начали нравиться мальчики.